это мои. Это у меня, скорее всего, выпало. Не пизди. Пиздит тот, кто в ванной застрял. Ужас какой. Сам там и задохнешься. Дверь, кстати, кривая теперь. Ты тоже. Я-то тут при чем? Теперь. В смысле? Ну будешь. Почему? Ну ж телефон мне дай. Он не пролезает, я уже попробовала. Не пизди. Лол, реально. Вот здесь вот он пролезет, здесь пальцы, блядь, мои пролезают. Он не пролез. Да мне пизди ты мне. Тут, блядь, три отвертки вместятся. Смотрим. Не смотри, дай. Я соскучилась. Не в пизду. Давай, запись с тобой пальчиком. Ну, я так люблю тебя. Сейчас 9 утра. Если только что Макс ушел, только что проснулись, собираемся ехать на концерт. Сейчас зайдем в магазин, надо купить булочки и наделать бутербродов. И да, пойдем ко мне, будем делать бутики, я соберусь, накрашусь нормально и потом пойдем на электричку. Короче, уже на вокзал. Я очень боюсь, что мы что-то забыли. Ура. А еще у меня буквально за 2 недели снился сон, что мы приехали в Питер, простояли всю очередь. У нас такие, типа, билеты. Я такая, да, сейчас ищу, а я их дома забыла на столе. И сейчас я просто 50 раз перепроверила, взяла ли я билет. Да, не в айпаде. Мне кажется, их я тебе сейчас дам. Ага. Нет, я их взяла. Ну, вот. Думай так. Что она думает так? Что взяла? Вот, короче. План такой. Мы приезжаем в Питер, едем домой, выкладываем все ненужные вещи, потому что... Мы Бать, я думала, это петуха, это кошка яйца лежит. Вот. Выложим все вещи. И потом налегке. Я даже, наверное, без портфеля поеду. Я возьму только... карту метро и карту банковскую. Ну и телефон с электронкой. Как бы все это буду в руках держать. А деньги? На банковскую карту. Я не буду кошелек брать, потому что там могут лазать по карманам. Я вообще, в принципе, из карманов все достану. Вот. Так что вот так. Я очень не хочу стоять 3 часа на улице в очереди. Я боюсь, что... Там будет жесть. Я очень хочу спать. Вот. Да, еще мы поспали 5 часов. 3. Нет, мы Мы легли в 4, встали в 3. Учитывая то, что Макс постоянно меня будил, что будила. Я на его сторону залезаю. Ну, потому что не моя кровать. Как мне бесит, когда меня на моей кровати ограничивают. А еще я забыла селфи-палку. Я хотела снимать нормально, в итоге я буду вот так вот, когда он снимает, и у меня будет затекать рука. Да нахуй на iPhone-то снимать, его выбить могут. Лучше нам это... Но я все равно в перископ трансляцию буду вести. В общем, мы уже почти собрались. Думали, что пойдем довольно-таки рано. Буквально где-то в 5-4 будем там. Но получилось так, что мы подумали, что там не такая-то и большая очередь будет. В итоге мы решили, что приедем туда к 6. Да? В общем, вот. Я уже накрасилась, подготовилась. Смотрим Хованского. Кайф. Вот, сейчас еще зайдем в KFC, в Бургер Кинг или в Макдак, куда-то туда, в общем, покушаем и пойдем занимать очередь. Вот.
Мы подумали, что там не такая-то и большая очередь будет. Спустя 2 часа стояния на улице, у меня руки вот так вот просто трясутся. В общем, нас уже сейчас будут пропускать. Это жесть, не так сильно холодно. Точно не понимаю, что происходит, я даже не понимаю, где раздеваться. А, все, мы нашли, где раздеваться. Заебись, кола. Только купили колы и воды, и сразу же у нас их отняли. Но... Сук, я не попил. И вот ты воду даже не открыл, понимаешь? Здесь мне до сих пор очень сильно холодно. И чё? Наверное, чё? Мнение о концерте. Тебе весело? Пошла она на... Нужен билет, недорого. Поздно. Тебя уже пробили. Самое главное далеко. Блин, мне до сих пор трясет, мне так сильно холодно. Как ваше настроение? Очень круто. Ну что, начнем? Oh!
так вы не заместились-то? Все хорошо у вас, точно? Верхние уровни, у вас все круто? Отлично. Как, готовы продолжать? Молодые горы, ты мой последний.
летать. Тебе совсем берегов не видать. А вот так не слишком иду. Я забыл про тебя. Еще говно на виду. Мне ютуб уже зря так ушат. Я клыш, как микрофонная стойка. Чарей мне интересно. Хочешь знать, что это во мне? Вам не половина тебя. Он был рабочий. Кормой крайней планы. Перетели поляну. Что с утра как по плану. С утра я сюда жить или снова. Я ночью снова. Я каждую ночь. На какой-то повод не лишь дождь, друзья, деньги, и ты знаешь, видя каждый день с тем в кирке, спроси у тех, что в мире, что с ними. Я лечу, и все мои улыбаются, я кручу. Спроси у тех, что в мини, что с ними. Я грезю, и все мои улыбаются, я грущу. Трубки разлетаются, то сам не припомню. Горит спину, если мне в спину. Буду говорить, буду двинуть тебя. Как ты просто греешь. Кармары нет, крайней тонны. Мысли ты себя не заходы. Даже таким мир запомнит меня. И я хочу дальше еще не снова. Еле ночи снова. На каждую родную. Тебе нахуй до пол. Что на деньги ты знаешь, как ведь я каждый день с детки спроси у тех, что в мире, что с ними. Я грешу, и все мои улыбаются, я грешу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.